На рабочем совещании в администрации Северского района обсудили подготовку образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду. В муниципальном образовании осуществляют свою деятельность 29 школ, 26 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. 49 котельных, которые обслуживают наше учреждение, отапливаются газом. Две котельные школы, 2-й и 8-й школы, они работают у нас на твердом топливе, на дровах. В 6 учреждениях котельные работают на жидком топливе. И одна школа не имеет котельной, она обогревается электроконвекторами. Это у нас 12-я школа станицы Дербенской. Все котельные переданы концессионерам. Везде выполнена опрессовка отопительных систем и заготовлено необходимое топливо. Кроме того, в рамках подготовки к холодам провели некоторые ремонтные работы в ряде учреждений, такие как замена кровли, козырьков входных дверей, полового покрытия и оконных блоков. Это позволит в большой степени сберечь тепло в помещениях. Начальник управления по молодежной политике Мария Слюсарева доложила об итогах работы по организации отдыха молодых людей в летний период времени. Проводились акции, фестивали и туристические походы не только на территории района, но и за его пределами. Яркими событиями лета для ребят стало участие в тематических молодежных слетах и сменах форумов, в частности, краевого «Регион-93».